Хочу пожелать тебе как бы от себя, это, конечно, может быть и банально, но одно здоровье, как бы никуда не денешь, оно должно быть. Также хочу, я присоединяюсь ко всем сказанным словам в этом зале сегодня. Но у меня больше не подарок тебе, а больше, наверное, сюрприз. А к этому сюрпризу всего лишь один вопрос. Выйдешь за меня замуж? Любимая, с добрым утром. Просыпайся, завтрак на столе. Я вообще до сих пор иногда не понимаю, как вообще эти люди пересеклись. Я бы раньше, если бы мне сказали, к примеру, года 3 назад, что такое может быть, я бы сказал, да ну нафиг, не бывает такого. Саживайтесь. Пончики. Миниатюрная, хрупкая, малюсенькая такая, а по сравнению с Пашей, так она вообще, она летает прям рядом. Это очень классно, здорово. Она обалденная. Бывает человек, с которым можешь полгода не видеться, а потом один раз увидеться и думать, блин, такой родной, это она. Она очень классная, такая эмоциональная, но все это как раз же в меру, поэтому Паше вообще повезло просто несказанно. Пашку я знаю больше 10 лет. Уже 10 лет назад, когда у нас были первые соревнования вместе в одной команде. Вспоминаю, когда мне нужно было, может быть, кому-то выговориться, что-то сказать, то я смело мог обратиться к Паше, открыть душу, что-то рассказать. Да, он меня мог выслушать, дать советы, и просто даже если выслушав, это уже было для меня полезно. Прислушивался и, да, правда, помогало. Паше можно положиться, Паша в беде не бросит. Что касается того времени, когда он начал встречаться с Настей, тут четко прослеживается один момент. То есть до Насти он ходил на тренировки стабильно, с Настей он стал огорчать. Стал как-то более ответственным. Меня, всю нашу команду. И на тренировках как бы сразу стал лучше. Что, тренировки стал ходить в два раза реже. Стал у него прогресс более сильно идти. Настя, я тебя очень прошу, отпускай Пашу на тренировки почаще, он нам нужен. Такой просто положительный заряд, такое просто что-то теплое, такое необыкновенное. Это очень добрый человек, это просто замечательный человек. Помимо своих занятий, своих тренировок, она находит силы, чтобы еще заниматься для себя. Я ее очень сильно полюбила. Она меня тоже, я думаю. Ну вот я хочу, чтобы у нее все было хорошо.
встреча с Настей и их отношения, они делают их обоих лучше. Она очень классная, она очень добрая, она очень нежная, она очень отзывчивая, она понимающая, она любящая, она такая нежная, она такая классная и очень маленькая. А вообще я бы хотела, наверное, прожить жизнь, как мои родители, потому что я очень многому у них учусь. Мне очень нравится, что они очень многие ситуации проживают вместе. Крылышки еще не подрезали, курицы молодые. Вот эти вот две емкости я специально оставил на свадьбу. Вот я их залил сюда 11, 12, 13. Дубовая бочка, она дышит. Она лишнее все, вот эти все невкусные запахи, привкусы, она перебивает и через себя пропускает. Почему там на море ставят бочки там? Для того, чтобы все лишнее ушло, а вот этот привкус берега, запаха, моря, он остается вот как раз в этом напитке. У Насти с детства была всегда огромная компания. Друзей всегда у нас много. Наш всегда дом открыт. И вот сейчас даже вот Настины друзья, я их всех знаю. Когда нашли друг друга, начали встречаться, по ним было видно, что каждый нашел свое. Мы очень за них рады. Это замечательный, замечательный человек, Паша, и замечательный человек Настя. Следующий. Короче, от души поздравляю, как бы желаю всего-всего-всего. Короче, желаем Олечку и Алешку. Поздравляем! Дочери всегда выбирают себе в мужья, похожих на своих отцов. Мне кажется, Паша очень сильно похож на моего папу. Самое главное это в жизни, чтобы была любовь. А затем уже удача, затем уже какие-то планы. Был какой-то момент, что она это разочаровалась во всем этом. Но потом встретила Пашу, она снова себя приобрела. Так вот. Паша очень сильно похож на моего папу. Он такой же заботливый, такой же терпеливый, сильный, мужественный. И с ним очень спокойно. Он мне всегда помогает эмоционально, может поддержать. Меня всегда удивляло в Паше то, как он умеет реагировать на ситуацию. От него идет очень много тепла, доброты. С ним очень весело, хорошо и очень-очень-очень много общего.
Паша очень любит детей, и мне безумно нравится, как он умеет с ними находить общий язык. И я думаю, что он будет очень хорошим отцом. Она у меня очень и очень ответственная. Она у меня очень целеустремленная. Я стараюсь за ней следовать во всем. Она меня вдохновляет. У нас между друг другом какой-то баланс такой, как инь-янь. Мы друг друга дополняем. У меня вот такая будет жена замечательная, потому что я считаю, что она во всех аспектах, не знаю, во всех планах замечательная. В первую очередь я думаю о воспитании детей, что как муж я должен быть хорошим учителем для своих детей. Ну, Настя у меня молодец. Я думаю, что она будет замечательной мамой. Я думаю, что у нас будет все хорошо. Мальчик, уйдет. Мальчик, ну-ка не трогай собаку. Я вздыхаю. Я же жарко. Завтрак готов. Спускайся вниз. Хорошо спускайся. Завтрак на столе, спускайся. Снято. Случаем хотим передать привет всем. Ну, допустим, и не будешь дать прощения. Заткнулись. Вот говорите об общем. Короче, ребята, самое главное это здоровье. Надо чтобы обоим было здоровье. Здоровье самое главное. Все, пошли. Здоровье оно и так будет, хоть ты живи вместе, хоть не живи. Куда пошел, садись. Круто. Я буду смотреть в камеру сейчас. Сейчас, две секунды, он... Не смысл, ты бы равновесил. Ну и вот, короче. Берегите себя, короче, друг друга, всех своих близких, родных и всех-всех-всех на свете, которых вы считаете нужным беречь. Вот и все.